Президент сегодня посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая находится в Уручье в Минске. Это элитное подразделение, которое призвано защищать закон и порядок в государстве, обеспечивая национальную безопасность. Главе государства показали образцы военной техники внутренних войск и ОМОНа, ГУВД и Мингорисполкома, а также тактика специальное занятие с участием батальона специального назначения. Александр Лукашенко осмотрел недавно построенное на территории части общежитие семейного типа. Оно откроется в августе. Президент провел встречу с руководством и личным составом ведомства системы обеспечения национальной безопасности. Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна. Убрана пятая часть площадей. Средняя урожайность по стране почти 38 центнеров с гектара. В лидерах по темпам уборки Гомельская и Брестская области. По урожайности Гродненская. Там с гектара собирают 50 центнеров. Практически началась массовая жатва в самом северном регионе страны – Витебской области. Во Дворце искусств, где экспонируются работы номинантов национальной премии в области изобразительного искусства, активно голосуют жюри. Из 92 номинантов лучшие работы необходимо выбрать в 10 номинациях. Помимо живописи, графики, скульптуры и дизайна оценивают новаторов и в такой категории, как актуальное искусство. К художественному диалогу подключились и наши соотечественники, которые живут за рубежом. У жюри есть 2 недели на то, чтобы оценить творчество участников. Художественные произведения лучших отметят денежные премии. В перспективе работы авторов смогут пополнить фондовые коллекции белорусских музеев.